Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Camry. Ремонт переда. Итак, машина установлена на стапель. Немного разберу передок и начну ремонт. Мне нужно заменить кончики лонжеронов и несколько других деталей переда. Разбираю. Обобрал передок и первым делом вытягиваю. С вытяжкой закончил, теперь удаляю поврежденный металл. Его буду менять. У меня есть новые куски. Так, мятый металл удален. Устанавливаю новые детали и начинаю сварочные работы.
Делаю необходимые измерения, затем делаю одинаковые размеры и когда будет все чудненько, свариваю. Телевизор к лонжеронам пока приваривать не буду. Сначала установлю фары и бампер. Если зазводы будут все хорошие, ровные, все сниму и тогда сварю. Есть проблема. Проблема в капоте, в петле замка. Проблемы больше нет. Снимаю бампер и фары и заканчиваю сварочные работы. Сварочные работы закончены. Теперь покрашу лонжероны и телевизор.
Окрашенные детали обливаю антикором. Отдаю машину для покраски остальных деталей. Через несколько рабочих дней детали были покрашены. Собираю. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 43 часа. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!